Добрый день, друзья. Мне сказали, что у нас очередное чудо рождения. И Олег Алексеевич, он где-то доит барашку. Здравствуйте. Добрый день. Мы успели. Кто у нас родился, Олег Алексеевич? Рация. Дойка. Да, вот твое молочко сейчас будешь пить. Твое. Да. Она не хочет малыша сама, да, кормить? Да, она его отталкивает. Да, молочко твое. Твое молочко сейчас процедим. Вот сколько молочка уже твоего, да? Смотри, сколько молочка. Сейчас еще. Вот такой замечательный малыш, дорогие друзья, родился у нас. И вы помните предыдущего малыша, он летом ходил, мальчик был. А это вот родилась девочка. И та же самая история. Не подпускает и не дает молоко. Хотя молоко у нее есть. Вот, и молоко ценное, конечно, не то, что там разводить коровье или козе. Вот, а материнское молоко очень полезно. Поэтому пока есть возможность, сдаиваем. Я и Ольга Ивановна сдаиваем и кормим его с бутылочки. Да? С бутылочки будем кормить тебя. Сейчас бутылочку принесем. Вот, да, тут у тебя кое-что есть. Ну что, еще дашь нам молочка? Буквально, друзья, вчера, Олег Алексеевич, там позавчера резал эти копыта ослику. Да, сейчас. Мам, да, не дает мамка твоя тебе кушать? Он такая красавица. Красивая. Что ж ты такая красивая, такая глупая? Хорошая, еще и постригем тебя. Еще и парикмахерскую устроим тебе, да. Сами будете стричь? Конечно, машинка есть. Возьмем и пострижем, шубу снимем, разденем ее. А он хочет. Он как... пытается. Может, чудо случится? Да. Может, и пока рядом Олег Алексеевич? Пусть пытается. Вот видите, она его ножкой. Не можно его. Стой ровно. Стой. Ты, Господи, а. Он уже... Овца, ты все равно понастойчивее, все равно иди и занимайся своим делом, давай. Может, как-то мамка хоть. Угу. Что ж тут за мамка такая? Где-то еще доить вас. Да, чудо такое. Вот такое симпатичное чудо родилось. Весна, сейчас все начнут рожать, и всех нужно выкармливать, да? И с лаухой да. Такой. Ну, это такая морда. Ну, это такая хорошая. Да, красивая. Даже еще имени давали. Потому что рано. Да? Тут с этой мамкой попробуй выживи еще. Ничего, Ольга Ивановна, тебя контроль ведет над тобой, да? Не упомнешь. Когда сам директор дует, скажи, вот тут... эту шубу всю с тебя снимем, всю. Может, и ему тогда легче будет найти? Постригу тебя всю, да? Такая мама хорошая, хорошая мама. Хорошая, какая овца ты. Он же тебе так вот это плачет. Ну, может, и он как-то будет подбираться, хоть по чуть-чуть кушать, когда подстрижем. Вот, да? Так что вот такие дела у нас, ребята. Что, друзья, вот так вот. Он побежал. Мам, это папа уже скорее.
Да. Иди сюда, скорее. Ну. Ой, вообще, какой халюсь, ну какой халюсь. Скажи, я еще так не умею, скажи, делайте мне бутылку, и я, скажи, буду из бутылки наверх. Мама твоя... Овца. Да. Да, с такого малыша не хочет кормить. Да, мама, да. Овца добавляй. Такой мал... Вон, зови, зови, мам. Покажем, как мы идем. Покажем, придем. Да, пока. Пока Олег Алексеевич пошел сыдить молоко. Ну вот что за мама такая, а? Ну, может быть, когда ее действительно подрежут шерсть, то как-то он хоть по чуть-чуть, вот скажи, пойди вот это вот, найди, где там у нее под шубой это все спрятано. Такая девочка хорошая, такая худенькая оделась. Вот мама такая, вот тоже. Ну. Ну. Ищет под шерстью, под этой. Ищет. Мамка стоит и глупыми глазами смотрит, не понимает, что это ее детеныш. Отя мой, отя, давай, подай, а ну-ка, может, у нас все получится. Ну-ка. Там же сейчас молочком положи, давай на коленочки, давай. Соси молочком. Овца, стой. Он туш. Ну, что-то попробовал. Давай, поворачивайся. Давай. Мамка должна понять, что она теперь мамка, а не овца. Давай. Нет. Это Олег Алексеевич. Да. Так. Друзья, смотрите. Олег Алексеевич творит чудеса. Он пьет. Мама все поняла, с ней была произведена разъяснительная работа. Хорошо, что они вместе, хорошо. Да, и он понял, вы сейчас подоили, там молочком запахло, и он понял. Вы ему сказали, понастойчивее надо быть? Да. Все, он понастойчивее? Иначе никак. Мы ее уматерим. Уматерим. Заставим ее быть образцовым показателем мамаши. Что это, скажи, такое? Малыша не хочет кормить. Будет. Ну, давай еще, малыш, давай. Тебя полюбят миллионы людей. Уже любят, я думаю. Переживать будут, поел ты, не поел. А ну, давай, ищи. Ищи. Кто худенький такой родился? У такой мамы. Я даже заходить, друзья, не буду. Буду. Отя. Буду. Через окошко снимать, чтобы она не нервничала.